Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов передал в эксплуатацию областного государственного унитарного предприятия «Ульяновск-Автодор» новую снегоуборочную технику. Она была приобретена в рамках режима чрезвычайной ситуации для содержания автомобильных дорог региона. Надеюсь, что та техника, которую мы приобретаем в полном объеме, позволит нам в достойном виде содержать все населенные пункты и все дороги, и все межмуниципальные дороги в том числе. Мы справимся с вызовами природы, мы справимся с вами с теми задачами, которые перед собой поставили. Мы приносим извинения перед ульяновцами за то, что им пришлось испытать в этом году, наверное, какие-то неудобства. Мы это понимаем, мы это осознаем. Но по-другому, наверное, и невозможно было поступить, потому что технически перегружиться достаточно быстро, очень трудно. Мобильный отряд из 7 единиц специальной дорожной техники был приобретен из резервного фонда Ульяновской области. Он был сформирован правительством региона для недопущения заторов на автомобильных дорогах.